Привет! Привет! Ирина Авдеева и Борис Баренко. Школа танцев Лесоборья. И сегодня мы с вами разберем такое движение, как фриспин. Выглядит это движение следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. В этом движении партнер ведет партнершу за собой на счет раз и делает это правой рукой. На счет два партнер уходит назад в диагональ и одновременно с этим разворачивает свою рамку, вынося руку чуть-чуть вперед. После этого он закручивает партнершу легким движением, ловит ее другой рукой и заканчивает движение. Партнерша следует за партнером на раз, на два готовится к повороту, на три и поворачивается, на четыре заканчивает поворот и на пять и шесть пытается уйти в натяжение. Нюансы взаимодействия. Партнеры, мы ведем партнершу за собой на раз, на счет два поворачиваем свой корпус и одновременно с этим поднимаем пальчики наверх. Мы даем партнерше возможность упереться в нашу руку. После этого легким движением я подкручиваю ее внутрь. Движение должно быть небольшим, потому что иначе вы дадите ей слишком много инерции для поворота, и она сделает не одно вращение, а может быть два, а может быть три. Раз, два, подкрутка, три и четыре. 5 и 6. Для партнерши. На счет 2, когда партнер готовит меня к повороту, я собираю рамочку и давлю в пальчики партнера, пытаясь как будто бы их выпрямить, пытаясь повернуться. Дальше меня партнер запускает, я собираю руки, заканчиваю поворот и ухожу в натяжение. Все движение целиком. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. С другой стороны, степ, степ, три, полстеп, три, полстеп. На этом все. Приходите в Лесоборье.